Я вітаю наших глядачів. Сьогодні в нас тематичний прямий ефір. Всю наступну годину ми присвячуємо проблемі транспортних перевезень у Дніпрі. Загалом мова піде про маршрутні таксі. Цю тему впродовж грудня ми підіймали неодноразово, отримали багато зворотніх відгуків від наших глядачів, більшість з них невдоволені. Проблем та питань дуже багато. Конструктивно обговорити та знайти на них відповіді спробуємо сьогодні під час ефіру разом із гостями нашої студії. Тож сьогодні у нас директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев, генеральний директор АТП 11205 Тарас Жуков, громадські активісти Іван Васючков і Дмитро Іванов. І всім доброго вечора, вітаю вас. Перед початком розмови я таку невеличку передісторію розповім. Грудень у нас виявився дуже багатим на питання транспорту, з питань транспорту. Я нагадаю, що на початку місяця стало питання підняття тарифу на проїзд. Ціну 6 гривень перевізники назвали замалою для себе. Вони підняли питання щодо підвищення до 7 гривень. Загалом дніпряни зустріли цю новину негативно. Ми мали багато дзвінків у студію. Окрім підвищення тарифу, почули безліч нарікань щодо якості проїзду. Однак тоді реакція влади не змусила себе довго чекати. До ювілеїв трамвайного і тролейбусного рухів у Дніпрі Борис Філатов нібито після перемовин із перевізниками оголосив, що ціна на проїзд залишиться незмінною. Далі на дніпрян чекала ще одна скандальна новина. Меморандум міської ради із перевізниками про скасування 33 транспортних маршрутів, який підписало міськраді, викликав широкий резонанс у Дніпрі. Серед цих маршрутів більшість є дуже популярними. Зміни наберуть чинності на початку 2018 року після прийняття нової транспортної мережі на виконкомі. І також сьогодні маємо інтерактивне опитування для наших глядачів. Чи відчуєте ви негативний вплив через відміну маршрутів? Так звучить наше запитання сьогодні. Воно з'являється на екрані періодично. Звичайно, воно до тих, хто користується міським транспортом. Відповідайте за номерами, які ви бачите на своїх екранах, 02 і 03 відповідно. І також для глядачів працює прямий номер студії. Якщо маєте запитання до наших гостей, телефонуйте. Тільки, будь ласка, за темою нашого обговорення, бо часу на інші теми ми просто не маємо. 370-31-01. Перепрошую. Це наш прямий телефон сьогодні. І першу частину нашого ефіру я пропоную гостям поговорити про якість перевезень у маршрутних таксі. У мене питання до всіх, до вас, хто розпочне перший, вирішуєте, чому у Дніпрі така погана якість перевезень у маршрутках? В Дніпрі? В Дніпре мы сегодня говорим о Днепре. На самом деле, понятно, что говорим о Днепре, но я не думаю, что стоит говорить о качестве маршруток именно в Днепре. Потому что такое же качество приблизительно по всей стране. Хотите поговорить обо всех? Нет, я имею в виду, что это специфика не Днепра, к сожалению. Это специфика нашей страны. То есть мы находимся в таком социально-экономическом положении, что мы не можем себе позволить то ли как бы выделять средства на качественный транспорт, то ли его оплачивать самостоятельно. Да? То есть, это проблема не Днепра однозначно. То есть, если мы поедем в Запорожье, если мы поедем в Херсон, даже в Киев, если мы поедем, будем пользоваться наземным транспортом, да? Точно такая же проблема. Огромное количество нареканий со стороны жителей, огромное недовольство со стороны водителей и перевозчиков. То есть вот это вот обострение, а это не какая-то геолокационная проблема. Хорошо, согласна, плохо везде. Почему везде, в маршрутках да. плохо ездить в городе? Плохо потому, что мы пока еще не созрели перенять опыт, скажем так, более развитых, возможно, стран, да, и оплачивать услугу. Мы хотим многое качество, но не хотим за это качество платить. Вот как только наше государство, наши там, жители созреют до того, что если мы хотим хорошее качество, нужно соответствующую цену ему давать, то так, сразу мы сможем ездить нормально. Все согласны? Согласны. Вы тоже о деньгах. Ну, в целом, помимо денег, еще и существует ряд субъективных и объективных причин. Ну, так же, как недобросовестная конкуренция. То есть некоторые предприятия, которые добросовестно находятся на рынке, им необходимо дополнительно и нести расходы, что касается налогообложения, что касается и поддержания крупного автопарка в своем предприятии, и следить за там, уровнем труда и отдыха своих водителей и так далее, и так далее. Недоброкачественный перевозчик, он всего этого не делает. То есть, и, соответственно, техническое состояние
снижается, потому что просто на это никто не обращает внимания. Так, получается, что в Днепре у нас есть недоброкачественные перевозчики? Они есть везде. Давайте мы говорить о Днепре все-таки будем. Везде мы не сможем. Смотрите, любой рынок подразумевает собой белые и черные. Да, там, ну, а почему не удаляете тогда недоброкачественных? Вы же можете В меру своих возможностей мы с этим боремся. Существуют даже определенные службы и направления, которые призваны непосредственно для этой борьбы. Например, у нас сегодня сколько перевозчиков вы должны владеть? Сейчас 19. 19 в городе? В городе. Когда был последний раз конкурс? В 2015 году. Почему? Сегодня 17. Это риторический вопрос. Ну, почему? Есть, это договора нормально, действуют, да, когда на 15, на 13, 15 на 5-3 года договора действуют. У нас нет перезаключаемых договоров в течение года? Есть. Нет, есть перезаключаемые так называемые временные договора. Но конкурс не даст образно сказать неправду общественники. Это достаточно кропотливый и трудоемкий процесс. То есть для того, чтобы провести конкурс в 2018 году, мы работаем уже сейчас. То есть это и достаточно длинная бюрократическая процедура, и достаточно длинная процедура для... в виде работы, подготовительной работы. И проводить отдельно конкурс на один маршрут, это нецелесообразно. Хорошо, а вот смотрите. Да, я говорю о том, что у нас есть, уже накопилось определенное количество маршрутов, на которые можно провести конкурс. И мы его это анонсируем в 2018 году. Мы будем проводить. А вот временные договоры, ну это вот вопрос в частности к перевозчику, к вам, да, тоже. А временные договоры, они способствуют тому, чтобы вот вы как-то стремились к ответу за качество? Мне кажется, временно это временно, да, если у вас договор там на 3 года, да, вы как-то можете развернуться. А временно это так? Одного наняли, убрали, да? Вот. В любом случае инвестор хочет получить договор на длительный период времени, потому что это дает возможность и кредитоваться, и покупать технику под договор. Это хорошее дело. Но учитывая, что все-таки город развивается, и сегодня есть программа развития транспорта города Днепра, где акцент ставится на электротранспорт за последние годы, на метрополитен. Поэтому многие маршруты, естественно, из временных и не будут на конкурс выставляться. Они будут скасованы, потому что они дублируют на 100% маршрутную сеть электротранспорта. Ну, тут двоякая позиция по поводу временных и длительных договоров. Когда предприятие получает длительный договор, то есть на 3, на 5 лет, оно слегка расслабляется, потому что все-таки длительный договор, его достаточно сложно разорвать, там тоже очень сложная и длительная и работоемкая процедура доказательства, что перевозчик не выполняет свои договорные отношения. Потом, следовательно, перевозчик это оспаривает в суде и затягивается это очень долго. Mm-hmm. Если у вас временный договор, то все-таки это перевозчика стимулирует обращать внимание на конкретный маршрут, потому что этот временный договор закончится через короткий промежуток времени, и тогда в ручном режиме будет принята позиция либо давать этот маршрут снова же этому же перевозчику, либо рассмотреть кого-то другого на рынке. Ну, подумают, а зачем мне покупать автобус на 3 месяца? Вы сами себе противоречите, да? Вы говорите, что мы не можем... Я говорю, двоякая позиция, я сам говорю. Нет, вы говорите, мы не можем провести конкурс, потому что временные договора, и временные договора мы делаем, потому что длительные договора неправильно заключены. Смотрите, то есть я говорю, существует двоякая позиция, я сам ее и говорю, что с одной стороны, это, как сказал Тарас Григорьевич, действительно стимулирует перевозчика для того, чтобы в долгосрочную инвестицию вложить в город и подготовиться к конкурсу и образно улучшить качество услуг на маршруте, на котором он собирается обслуживать. С другой стороны, после получения договора очень сложно влиять на качество услуги, потому что уже договор получен, уже достигнута какая-то точка, и перевозчик начинает расслабляться. Смотрите, вот это риторика для общественности, которая некомпетентна. Я вот как человек из бизнеса, я так понимаю, что у вас есть ваше руководство какое-то, да? Я так понимаю, наверное, другой человек из бизнеса, то есть наш мэр, который должен следить, вы говорите, мы не можем подготовить конкурсную программу. Можем, да? Подготовить. Почему? Кто за вами следит, чтобы вы эффективно ее готовили? Ну, за 2 года конкурсную программу можно подготовить. Смотрите, я думаю, что это конкурсная программа подготовлена. Понятно. То есть после того, как проведен конкурс 2015 года, и вот уже накапливаются там договора, где закончились, которые конкурс был проведен раньше. Там, по-моему, за 2 года назад, до этого конкурса. И очень много договоров, которые будут заканчиваться в 2018 году. По временным договорам вы говорите, что сложно и неэффективно организовывать конкурсы
так часто? Вы говорили только недавно. Ну, на один маршрут не удобно. Я хочу спросить, кто контролирует вашу эффективность? Я не понял. То есть, смотрите, кто контролирует? То есть, давайте послушаем, подождите. Я говорю о том, что на один маршрут конкурс проводить нецелесообразно, потому что конкурс готовится порядка 3-3,5 месяца. То есть тогда мы будем проводить конкурсы для того, чтобы проводить конкурсы, а не разыгрывать маршруты. Давайте мы сейчас вернемся к вопросу качества. Коль система, которая с 2015 года не предусмотрела наличие конкурсов, давайте послушаем, что говорят наши зрители о маршрутках городских. Значит, эту систему надо менять, наверное, если люди довольны или недовольны. Послушайте, пожалуйста. Условия в наших маршрутках. Отвратительные. Почему? Ну, потому что вот с такой кинокамерой вы бы туда не зашли сейчас в утреннее время. Насколько загружены? Ну, если брать в процентах, на 200. На четвертом массиве несколько раз было так, что я не могла уехать. Приходится только идти сюда, чтобы уехать на работу. А у некоторых людей на работе страшные санкции. То есть ты опоздал, ты за это заплатил. Живу я на пятом массиве и обязана каждый день приезжать в тупик. Потому что там я сесть уже не могу. Но я-то вообще двойную плату плачу, потому что я еду сюда с пятого массива утром, а потом, то есть 12 гривен сразу. Такого не бывает, что без очереди быстро подъехали и сели. Даже за 6 гривен. Вот вчера, например, 29-ка подъехала, автобус подъехал, мы загрузились и на Соколе поломались. Вот, ну, видимо, не очень новый автобус. Нас всех выгрузили и, ну, как бы, едьте как хотите. Нормально. Единственное, вот это, когда льготники едут с удостоверениями. Они умышленно говорят, что уже все полно, а там водитель молодой, наглый, по мобилке тут же разговаривает и тут же говорит, что все занято, уже 6 есть. Часто бывает, что не хватает поручни. В маршрутке ехать стоя очень неудобно. И маршрутки тоже бывают хамят, и, ну, это нормально считается. В каждой маршрутке по-разному бывает. Просто иногда относятся, вот, допустим, у меня льгота, садишься, иногда так просто тебе скажут, что ты думаешь, лучше бы ты заплатил деньги. Просто неуважительное отношение к старикам. Мене більш-менш влаштовує, бо я на кінцевій зупинці. Ну, на середині маршруту не сядуть, це я точно скажу. Я вам скажу, що 2-3 зупинки вже сісти не можна. О, я не знаю, що случилось, але дуже тяжело добиратися, хоч утром, хоч вечором. Гораздо стало менше транспорту. Наші водителі і хамство собі дозволяють дуже велике, і дуже грязний маршрут. Якщо людина заходить через 3 зупинки або через 5, вона вже стоїть і стоїть, як, ну, як кажуть, селедки в банці. Тому чули, що будуть скорочувати маршрути. Я вважаю, що це, ну, не найкращий шлях, тому що черги будуть до кінця провулку, і це не вирішить проблему. Скоріше всього, движення по графіку. Говорят, по графику стоят 15-20 минут. Ну, как вы видите, мы писали вот эти вот отзывы горожан в разное время суток. Это не только там час пик, это и вечернее, и там проходное время, и свободное более. А есть телефонный звонок у нас. Давайте послушаем и продолжим. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Пожалуйста, вы как, что скажете про маршрутки, про наши? Дивіться, от тут на початку передачі один із гостей сказав, що немає бажання платити у людей скільки, щоб була відповідна якість. Так. Але хочеться зауважити, що для того, щоб якість, це ж не тільки технічний стан маршрутки, розумієте? Якість – це ще коли там водій не дозволяє собі курити, наприклад. Прямо, коли він везе пасажирів, вони курять. А коли їм робиш зауваження, вони на тебе можуть говорити матом. А про безпеку теж якість. І для цього не потрібно вкладати гроші. Для цього потрібно просто брати адекватний персонал на роботу. Так, дякую. Для того, щоб підмести в маршрутці віником, теж не потрібно багато грошей. Але там просто нелюдські умови. Розумієте, в селі скотину тримають в чистіших хлівах, ніж ми їздимо транспортом. Дякую, дякую за дзвінок. Ну, я не знаю, перепрошую, я погоджуюся із нашою глядачкою. Ви правильний вопрос подали. На самом деле, ми зараз говоримо про качество перевозу. А мені кажется, що треба поставити во главу угла безопасность. Тут видите, кто чем недоволен. Кто-то безопасностью, кто-то чистотой, кто-то хамством водителей. Вижу, что машины в техническом неудовлетворительном состоянии. Покрышки у них лысые. Прием денег наличных во время транспорта
Это кошмар. Да, остановки водителей перед пешеходным пешеходом – это прямое провоцирование аварий. Количество ДТП, которые с маршрутками, оно как бы тщательно скрывается. Хотя бы одно дело по ДТП в маршрутке дошло до суда с полным расследованием. Да. Кто выписал на нее ТО? Кто ее выпустил на маршрут? Режим работы водителей с 4 утра до 12 вечера – это не то, что нарушение норм. Это просто невозможно допускать по безопасности. И я не понимаю, у нас есть органы в стране, в частности, полиция и прокуратура, которые созданы для того, чтобы... Инспекция по труду. Нет, полиция и прокуратура, которые должны защищать права граждан. Они в данном случае должны напрямую вмешиваться, потому что это прямое нарушение прав граждан. То есть граждане подвергаются угрозе, угрозе жизни. Вот скажите, пожалуйста, хотя бы кто-нибудь когда-нибудь довел до конца эту цепочку? То есть машина вышла на маршрут, ее выпустили. Машина вышла с талоном техосмотра. И развернуть это обратно и понять, кто ее выпустил на маршрут, кто подписал ТО, кто этому маршруту вообще выдал разрешение. Ведь это же сделали люди не из, не из благотворительности. То есть мотивация, например, вашей или ваших сотрудников, которые выпускают, заведомо зная, что эти маршрутки идут с нарушением закона. Мои сотрудники не выпускают. Давайте отвечать, потому что... Да. Ну, я имею в виду маршруты разрешаете. Кто? Ну, да, тут один вопрос. Вот, собственно говоря, то, что сказала зритель. На департамент, я вам скажу, что Иван сказал сразу изначально аксиому. Это все звенья одной цепи. И персонал, которого не хватает. Это люди, которые сегодня, мы доверяем своей жизни, наши пассажиры, худшим из худших уже остались. Лучшие ушли в другую сферу деятельности. Там, где водители, конечно. Они получают более достойные заработные платы. Поэтому это недофинансированная услуга. Вам нравится медицина? Как бы вы приходите к доктору, говорите, мне самого дешевого хирурга, пожалуйста. Тарас, а почему? Вы не можете платить, кажется, больше водителям. Потому что закон не выполняется, начиная со статьи номер 10, где указано, что в законе прописано, что в тарифная политика в этой области должна удовлетворять предпринимательский интерес, обеспечивать развитие транспорта, стимулировать внедрение новых технологий. Это самый наш главный закон сегодня. А мы сегодня, как в Азии работаем. Если вы видели фильм, не фильм, а передача «Орел и Решка», то всегда показывают Азия, 52 цента проезд, показывали Филиппины. И самый дешевый проезд был в Африке, 20 центов. Они путешествовали. Как? Ну, дайте хорошо, я закончу. Это, дайте я закончу. Да, конечно. Я вас не перебивал. Да. Так вот, написано там 20 центов. И как девушка ехала? Она ехала в грузовике, 40 негров, и она одна беленькая между ними стояла. Вот условия 20 центов. Поэтому мы сегодня... То есть это цена. Иван, по-вашему, Иван, это цена. Да? Я? Все дело в цене. Это, ну, вот качество соответствует той цене. Я как руководитель сегодня говорю вам, что мотивация, делегация, контроль — три критерия руководителя. Ни одна не работает сегодня. Почему? Мотивации нет. Персонала не хватает. Я сегодня из-за жалобы пассажира вынужден при повторе увольнять водителя и поставить машину под забор. Ну, у меня только один вопрос возникает. Зачем вы занимаетесь этим бизнесом, так если вот это так невыгодно? Сегодня появилась тенденция опасная, что инвестор ушел с этого бизнеса. За 5 лет город не купил ни одного автобуса. Это тревожная тенденция. Не совсем так. Ну, нового. Но за 5 лет не купил ни единого. Вот я на секундочку, да. Если вот вы говорите, зря вы делаете нападку на департамент и дальше продолжать, вот есть огромное количество проблем. Но ведь у нас на текущий момент по городскому транспорту есть один единственный регулятор, предусмотренный законом, да, и это, собственно говоря, департамент. Если вы уверяете, что сфера недофинансирована, вы говорите, что там какие-то проблемы есть финансовые, да, то это проблема, по большому счету, департамента. То есть департамент, как регулятор, он устанавливает вам цены на проезд. Во-первых, не департамент устанавливается, а решение исполкома. Да, но готовит его в любом случае департамент транспорта. Готовит. На основании расчетов, которые подают. Готовит. То есть замкнутый круг. Вы подаете заведомо, по большей части, не говорю конкретно за ваше автотранспортное предприятие, заведомо ложные данные в расчетах. Вы не указываете там огромное количество факторов. Департамент, видя это... Подгоняется, чтобы разрешили. Да, естественно. Видя это, естественно, вам занижает ту цену. И в итоге вы получаете низкую цену. И в итоге получает пассажир хуже, естественно, сервис. Правда, что одних, водители уходят, да, они уезжают жила, только в другие сферы, уезжают в другие страны. Конечно. Где эти винницкие специалисты, которые проводили этот исследование? Я не понимаю, ребята. Вот расчет... Вот моя подпись. Дайте ваши расчеты.
Вы гуманитарий, понимаете? А скажите, пожалуйста. Вы сегодня говорите на белое-черное, говорите на департамент, он сегодня тоже как бы заангажирован в плане политики в этом вопросе. У нас ведь... вся страна заангажирована. Конечно. Все боятся поднять стоимость тарифа. Сейчас все ждут, какой из городов поднимет первую сумасшествие, понимаете? Когда и хлеб уже вы, 10 гривен. Это мы имеем в виду вас обобщенный, не вас конкретно как человека. Я понимаю. Понимаете? Я сейчас в прямом эфире отвечаю за всех моих коллег. Ну да. И мне сегодня обидно, я вас за это уважаю, что сегодня ни в одном АТБ я не видел очереди людей, которые бы били бы палками в стены как бы этого магазина, кричали, почему подорожало то. Потому что они работают по закону. А мы не по закону работаем. Вот то, что вы показываете, не оправдывает преступление. Преступление, вот там вот мы сейчас выйдем на улицу, каждая вторая маршрутка — это преступление. Как когда-то говорил один из менеджеров очень эффективных Советского Союза. Да. Берия. Каждой... Да, не Берия, Ежов. Ежов был. Наверное, Берия. Но суть цитаты очень интересная. У каждой ошибки есть имя, фамилия, отчество. Абсолютно правильно. Понимаете? А вот есть каждый же... договор подписан, там стоит подпись конкретного человека. Ну, извините, я в защиту перевозчика здесь скажу. Если мы там перейдем в тему АТБ и... стоимости там хлеба, но на самом деле невозможно сразу определить, хлеб выполнен он по всем нормам и правилам и ГОСТам или нет. Просто этого не видно. Автоперевозчик, потому что это сразу видно. Почему ее не останавливают? Почему полиция не останавливает ее? Так вы же не туда. Почему у нас сегодня... Скажите, пожалуйста, почему существуют такие разные у нас сегодня маршрутки? Есть маршрутки там, где сидит приличный водитель, более-менее приличный, он не курит, он прилично одет, у него нормально, более-менее нормально пахнет в маршрутке, не болтается вот эта вся мишура с креста перед глазами, а есть водители, которые сидят, курят, которые разговаривают по вот этим вот телефончикам, которые там только в ухо влезают. Я уже вам в начале эфира обозначил. То есть видно, что они там неухоженные, они кушают из баночек, да, вот, ну, из-за того, что ваш департамент не успевает подготовить конкурс, у нас эти водители. Нет, дело же не в конкурсе. Смотрите, я же не подбираю водителя, я подбираю автоперевозчика. Внутри наполняет уже водители. Поменять перевозчика вы не можете, потому что... Могу поменять. Потому что вы уже наполнили с 2015 года конкурса. Смотрите, я вам объясняю. То есть существует определенная процедура для того, чтобы разорвать договор с перевозчиком. То есть у нас есть специальный сектор... ДТП, ставите полицию, либо ставите муниципальную гвардию, не останавливаясь. Я не могу ставить ни полицию, ни муниципальную гвардию, потому что я не... Обратитесь к мэру, он не любит у нас такие вот болевые решения. Подождите, вы хотите выслушать ответ или просто говорить в этот момент? То есть я о механизме расторжения договора. То есть в департаменте существует сектор контроля мониторинга договорных обязательств. То есть у них существует определенный план-график работы, они выходят на маршрут и фиксируют нарушения на маршруте. А мы можем им помочь, вот всем городам? Вы можете помочь, но это будет не юридически бесплатно нелегально. Бесплатно посчитать, например, нет, вы пассажиров. Вы можете посчитать, все, но это недоказуемо потом будет юридически. У меня есть ощущение, что они не в тех местах проверяют, либо поверьте, тех, кого она проверяет, проверяют по всем маршрутам. Поверьте, вы можете сделать запрос, я могу вам сделать выборку за последний год, сколько актов было составлено нашими инспекторами. Сорвать... Актов о чем вы говорите? У меня есть статистика. Я могу вам на 11 месяцев прошлого года 76 ДТП за... при участии Нет, маршрутных смотрите, такси. То есть давайте разделять сферу ответственности полиции от того, что... Смотрите, за ДТП расторгнуть договор нельзя. Нет в договоре такого пункта, перевозчик совершил ДТП, расторгнуть договор. А кто составлял договор? Юридический отдел мэрии? Стоп. Договор составляется в основном в своем плане по типовому договору приказа кабинета ребята. Хорошо, а кто контролирует? Давайте, вот кто внешний вид маршрута контролирует? Почему не грязный? Смотрите, внешний вид маршрутки — это тоже не пункт договора. А кто должен? Скажите, кто должен? Вы зря ищите сегодня черную кошку в черной комнате, ее там нет. Вот вы сегодня... Давайте мы к вам. Да, я с удовольствием вам отвечу на все вопросы. Я вам скажу, что на сегодняшний момент наше предприятие генерирует в бюджет 12 миллионов гривен в год. Ваше, вот, наше предприятие, предприятие, да, обслуживает 200 графиков в городе Днепропетровске. Угу. Колоссальный рост стоимости коммунальных услуг, воды, электроэнергии, это все сказывается на жизнедеятельности предприятия. Конечно, да. И когда вы говорите, что почему сегодня немытая машина, да элементарно сегодня на предприятиях не хватает персонала по обслуживанию этих машин. Элементарно. Так а мойка есть? Дали водителю... Мойщиков нет. Так... Сегодня никто не хочет идти за 4000 гривен мыть машину ночью. Это тяжелая работа.
Ведь мы сегодня обслуживаем машины в межсменное время, ночью. У нас вот есть сейчас звонок от зрителя. Давайте быстро послушаем. Говорит, знает, как улучшить работу. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас. Леночка, добрый вечер. Добрый. Студия, тоже добрый вечер. И все присутствующие. Слушаем вас очень быстро, у нас времени мало. Еще по Ленковичу. Это пенсионер Юрий Васильевич. Значит, что я хочу сказать? Значит, для того, чтобы мне приятно видеть вашу улыбку и внимание посетителей. Вот. Значит, решить проблему эту можно. Надо убрать всех маршрутчиков и побольше, чтобы Филатов закупил троллейбусы новые, побольше. Не то, что вам говорили 50 в следующем году, а больше, 150. И тогда проблема решится, не будет нареканий на водителей, которые ужасно обслуживают нас вот с матюками и сигаретами. Это единственное, что это Филатов должен пошевелить именно... Вы поняли меня, да? Ну вот, я всех поздравляю с наступающим годом. Спасибо, спасибо вам большое. Могу ответить. Я против маршрутчиков. Ну, все прекрасно с электротранспортом. Не все прекрасно. Все прекрасно, да. Стратегия понятна. Действительно, стратегически выбрал город и мэр города развитие электротранспорта в привилегированном своем отношении. Но, по правде сказать, кадровая проблема, она существует и в электротранспорте. Понятно. При зарплате? Да. При зарплате какой у нас? Около 10 тысяч. Ну, смотрите, то есть сейчас мэр города, принял решение поднять по сферам, определенным сферам деятельности, в том числе и горэлектротранспорт. Он на самом, я считаю, первом месте по поднятию заработной платы именно обслуживающему персоналу. Это как водители, кондукторы, слесари, электрики и сопутствующий персонал. Да. Вот. В среднем где-то 25-27% заработной платы уже с первого года. Ну, сумму назовите, сколько будет примерно средняя? Смотрите, там очень сложно, потому что критерий... Классность. Сумму назовите приблизительно. Критерий водителя делится по классностям. Ну, в среднем, образно, если водитель второго класса получал там на руки, образно, там около 7 тысяч гривен, но это с переработкой и всего остального, то мы получаем где-то в районе там 9-9,5. Давайте о меморандуме сейчас поговорим. Скажите, пожалуйста, что это было вообще? Я скажу свое мнение. Вот у меня сложилось впечатление, что вот сначала сделали, а потом подумали, что сделали. Я сейчас не к вам, я к департаменту. Смотрите, потому что 2-3 дня город гудит. У нас петиции так быстро, очень редко собирались. Да, подписи на петиции, я имею в виду. И вот сейчас уже непонятно. А нужно было это делать? И что вообще сделали? Что это было? Расскажите. Город гудит только из-за того, что существует определенный брак информации. Из-за того, что мы достаточно долго вели переговоры, И мы не могли снова же сырой документ выбросить в паблик, но при этом у нас были достаточно сжатые сроки, потому что точка кипения со стороны перевозчиков тоже дошла до определенного сильного... Потому что Филатов сказал не поднимать, а перевозчики сказали поднимать? Дело не в том, что Филатов сказал поднимать, то есть уже на тот момент, когда мэр города озвучил договоренности, уже были точки соприкосновения были уже найдены. Но нужно было подготовить документ. То есть были разговоры, договоренности, и нам в очень срочном порядке, мы уже и на выходные сидели, и, считай, там перешли на круглосуточный режим работы для того, чтобы создать этот документ. И не хватило банально времени для того, чтобы его обговорить с средствами массовой информации, сначала проделать информационную работу. Потому пришлось сначала подписывать, а потом вот у нас сейчас идет постэффект работы, мы догоняем вперед, объясняем, что же там в этом документе подписано. Просто вас неправильно интерпретировала пресса или пресс-служба? И в том случае. То есть люди, не разобравшись, сделали громкое заявление. Департамент транспорта ликвидировал 33 маршрута. То есть углубившись внутрь документа, мы можем увидеть, что там из этих 33, 9 на данный момент уже не обслуживаются. То есть их не надо ликвидировать, они ликвидированы давно сами собой. 4 из них имеют одну машину, там и ликвидировать почти нечего. Да, там есть проблемы, 4, есть проблемы в пересаживании. Вот сегодня у нас был доклад по транспортной схеме в профильной депутатской комиссии.
Да, мы имеем точки соприкосновения, да, мы имеем спорные моменты, да, мы готовы это обсуждать. Да, мы не говорим, что это уже произошло, потому остальные что это 20, документ... вы сказали 13, там есть вопросы, остальные 20. Вы есть в Фейсбуке? Я же об этом и говорю. То есть есть, скоро конечно, лопнет эта тема, да? Фейсбук. Люди только об этом сегодня говорят. Сегодня мы на транспортной... Да вы же не даете договорить. Сегодня на транспортной комиссии мы имеем уже четко понимание по определенным видам маршрута. Да, у нас есть спорные моменты, то есть там порядка 7-8 маршрутов спорных. В какую сторону? Ну, я имею в виду, то есть департамент транспорта предлагает свое решение, мы слушаем депутатский корпус, мы смотрим Facebook, мы смотрим реакцию жителей и перерассматриваем свое решение. Это даже не решение, давайте это намерение о решении. Послушайте реакцию, дайте нам, пожалуйста, отзывы, ну, кроме Facebook, давайте посмотрим. Многие уже шокированы тем, что поотменяли маршруты, те, которые они добирались на работу. 45А, например. Вот, часто езжу на левый берег. 62-ю тоже отменяют? Обалдеть. И 135-ю? Ну, насколько я же понимаю, она едет с Приднепровска, да? И... А как люди будут добираться? Ой, 135-я, это, конечно... Ее нельзя убирать. Как это ее убирать? Она тоже в такое время пик едет забитая. В нее тоже нереально сесть. Наша 67-я, я не знаю, кто на Гагарина, как они будут выезжать, и это проблемно будет людям. Скажите, достаточно 157-х маршруток? Я думаю, да. А вы знаете, что их отменяют? Нет. Смотрите, вот список маршрутов, которые по Днепру отменяют. Какая-то еще для вас играет роль? 101-я. Их должно быть больше. Людей посмотрите сколько. Вот до 10 минут 9-го, вы посмотрите, больше 50 человек всегда стоит. Каждый день. Это безобразие. Вместо того, чтобы расширять как-то, делать людям, чтобы людям было лучше добраться, берут и сокращают маршрут. С учетом того, что население постоянно вот за счет переселенцев и других людей увеличивается, надо только увеличивать немного. Пока наша власть будет ездить на собственных машинах, ничего не поменяется. У нас есть еще реакция депутатов. Смотрите, городских. Давайте сейчас секундочку мы дослушаем и перейдем. Люди недовольны, мы просто хотим услышать, что думают депутаты. Пожалуйста. На підставі чого були зроблені такі висновки? Нащо було ліквідовувати маршрути, які фактично були єдиним способом для людей дістатися, наприклад, з вокзалу до житлового масиву Тополя? І таким чином влада просто змусила людей витрачати тепер 12 гривень на проїзд в одну сторону. 135, 67 і 157, які через другий сокіл єдині, це три маршрутки, які взагалі якимсь чином мешканців Сокола взагалі зв'язують зі світом. 101 маршрутка – це єдина маршрутка, яка мене з Тополі довозить до міської ради. І я на ній їжу кожного дня. Тобто, фактично, ви нічого на заміну не пропонуєте. Якщо таке станеться, я вам обіцяю, що космічна буде люди по космічній будуть переходити по переходу стільки часу, поки ви не з'ясуєте це питання і не звернете увагу на сокіл. Багато маршрутів, які ліквідуються, вони не є дублюючими, вони є унікальними. Це, ну, наприклад, з Лівобережного 30, 76, 76А, 136. Це 100% унікальні маршрути і більше добратися до правого берегу, до віддалених точок, не до центру, немає жодної можливості. Також це стосується так званого студентського маршрутку 134, який йде з Придніпровська. Легальної сили цей документ не має, тому що він ніяк не вписується в діючі норми законодавства, а також діючі договори між перевізниками та замовником. Наразі можна сказати одне, що це рішення антинародне. Для перевізників, можливо, воно буде трішки кращим, бо воно надасть можливість трішки більше заробити. Недовольны все, вот резюме такое, недовольны, ну, смотрите, депутаты, недовольны даже жители. Вот мы просмотрели ролик, и я там несколько, 3 или 4 неточности увидел именно в качестве недоинформированности людей. Вот смотрите, 101 маршрут, который прозвучал несколько раз, который везет людей с Жилмасива Тополя до вокзалу, він не ликвидуется. То есть мы говорили о списке 101, но есть маршрут 101А, он по фактическому
именно расположению с жилмассива Тополя на вокзал, это маршрут легитимный. 101А. Все понятно, тут не точно. 157 также. То есть все вот эти... Там просто меняются номера А, Б. Они там, не меняются, они легитимно именно А и находятся, вы поняли. А то, что у нас написано на автобусе, это снова же претензия непосредственно к перевозчику, хотя говорят... Что там вроде бы водители позатирали это буквы, но это какие-то такие. А скажите, пожалуйста, среди вещи. Оглашенных 33 типа, вот, которые ликвидируются, якобы, да, сколько остаются? И людям можно не беспокоиться. Вот 33 огласили, сколько из них уберут точно, вот 100%? Можете? Мне сложно сказать, потому что в данный момент. Давайте поделим. То есть, что такое меморандум? Меморандум – это соглашение о намерениях, правильно? Так. То есть со стороны департамента есть предложение таким образом реформировать маршрутную сеть. Со стороны перевозчиков тоже есть определенные обязанности по GPS-ам, по качеству обслуживания, по техническому состоянию, да. По культуре поведения. Которые вы все равно не контролируете. Пятое, третье, пятое, десятое мы не контролируем, но они обязуются это выполнить. Полиция, то есть с одной стороны... Никто не закрывает глаза. Да, то есть полиция. Это уже как бы намерение, правильно? Это уже чистое подписание самого человека. То есть по закону мы контролировать этого не можем, но мы дополнительно просим создать вот этот документ. Нас же тоже никто особо не может заставить реформировать маршрутную сеть. Да? То есть это вот намерение. То есть учитывая, что есть логические какие-то вещи, которые действительно имеют дубляжи по направлениям, департамент транспорта предлагает вот такую вот реформацию. Но при этом это не значит, что вот завтра... Что это будет уже... наверняка. Конечно. Если бы петиции не было вот этой за два дня, вы бы обсуждали это с людьми? Мы это и так обсуждаем. Структура принятия любого нормативного документа исполкома под собой понимает прохождение всей бюрократической процедуры объявления, вывешивания на сайте, прохождение профильных комиссий и выдавание в паблик того, что делается. Угу. Это все равно не проходит. Ни одно решение исполком, решение сессии не проходит тайком. Когда будет решение? Когда люди смогут, я не знаю, быть спокойными, что они будут ездить не за дорого и там не за 10 гривен, ну, да, как уже звучит? Вы задаете во мне риторический вопрос. Я не принимаю решение. А кому мне задавать этот решение вопрос? Решение принимает исполком. Мы подготовили. Сейчас идет полное обсуждение. Выброшено в паблик, обсуждение с профильной комиссией. Да. То есть, смотрите, когда профильная комиссия подпишет это решение? Но это же не ко мне вопрос. Процесс обсуждения, он для всех выглядит таким образом. Мы все кричим, а в ответ тишина. Но вы были сегодня на профильной комиссии? Вообще никто не кричал. Не на профильной комиссии. Я говорю о том, где могут кричать жители города. Смотрите, структура... Вы как-то рефлексируете на эту процедуру? Структура города подразумевает собой наличие депутатского корпуса, правильно? А депутатский корпус не предназначен для того, чтобы защищать интересы жителей, которого округа он обран. Ну, такая структура. Нет, я об этом и говорю. У вас есть депутат, к которому можете обратиться. Депутат будет защищать свои на другого. Мы спрашиваем о том, вот вы говорите, что вы работаете над меморандумом, принимаете реакцию от жителей и какие-то решения меняете или проекты. Где эти проекты? Где жители могут видеть, что вы их услышали? Что им предлагают депутаты? Где жители могут это увидеть? Кроме вот этой вот цепочки через депутата. Приглашать вас каждый день сюда? Ну, смотрите, стоп. Вот, ну, на сайте. Скажите, например, на сайте вы можете там проект Даже заседание профильной комиссии, оно сейчас находится в онлайн-режиме, оно определено на сайте горсовета, когда будет комиссия, в какое время, и вы имеете возможность смотреть стрим, полное видеонаблюдение, видеозвук. Мы влиять на это не можем. Люди, как могут? Как вы не можете влиять? Вы не поняли вопрос. Но структура государства построена таким образом, что житель может влиять напрямую, обратившись в департамент и получив ответ. Ну, вы можете написать свои предъявления. То есть люди должны собраться и сказать, не отменяйте маршрут номер такой-то, не трогайте маршрут номер такой-то, не дробите. В чем была проблема для людей? Люди платили 6 гривен, им предлагали 7, а их подробили. Сейчас и теперь проблема, люди будут платить 12 проблема, или 18. Сейчас основная проблема, то, что люди не знают вообще, что случилось. Потому что выдали в информацию
33 отменили. Но только не говорите, что не это журналисты виноваты. Я не об этом говорю. Я говорю, то есть у нас есть брак информации. Мы пытаемся этот сейчас заполнить. Через то какой потом... канал? Каким образом? Через СМИ, через, через профильные комиссии, через депутатов. Профильная комиссия это не публичный канал. Да. В паблике, в каком паблике? Как это профильная комиссия, не публичный канал? Где, другими словами, прямая трансляция сейчас... заседания профильной комиссии. Если я в это наши время работал, а потом... Посмотреть. Запись есть в YouTube. Запись есть. Она же не выбрасывается. Где-то, нельзя где-то прочитать. Вот мы же прочли, что 33 маршрута отменяются. Можно пресс-конференция. Где-то сегодня была пресс-конференция, на которой... Сегодня была пресс-конференция. Там можно и прочитать. Ну, человек, приехавший вот так вот, вот в маршрутке, проехавший с работы... Ну, мы вплоть там, до того сейчас... Будет у нас появилась комиссии. Идея в департаменте для того, чтобы создать такой видеоролик, потому что когда даже специалисты садятся обсуждать маршрутную сеть, это занимает порядка 2-2,5 часов. Понятно. Просто вот обсуждение. И была сегодня идея мной озвучена в департаменте, чтобы мы сели специалистами, поставили камеру, записали наше обсуждение, чтобы обычный гражданин проникся, о чем разговор ведется, стал профессионалом в этом вопросе, а не просто говорил о том, что мы дробим или не дробим, или что-то мы отбираем, или что-то мы доставляем. То есть на самом деле, если что-нибудь забрать, то, закон сохранения энергии, нужно что-то дать взамен. Так пока все видят, что у вас забрали, но никто не видит, что дали. Так напишите об этом. Мы давайте звонок зрителя послушаем. На самом деле мы это спишем. Добрый вечер, слушаем вас. Вы не хотите это видеть. Алло. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш добрый вопрос вечер. Или комментарий. Что... Я жительница проспекта Кирова. Да. Меня интересует, почему жители Кирова оставили без 150-й маршрут? Ведь она шла до вокзала и автовокзала. 32-я маршрутка идет с Мирного. Она полная. Туда это не ваш... влезешь, не всунешься, ни боком, никак проехать. 66-я идет только до автовокзала. И почему убрали 150-ю маршрутку? Был прекрасный маршрут, прекрасные водители, прекрасное обслуживание. Взяли, убрали. Были в Днепре прекрасные маршруты. Были в Днепре, да. Смотрите, 150-й маршрут не существует законодателя, по-моему, или 3, или 4 года вообще. 6. Или ну, 6 вот люди ностальгируют. Смотрите, мы можем ностальгировать, но можем иметь логику. У нас есть 66-й маршрут, который передвигается первым классом, который 99,9% задублирован 150-м маршрутом. Зачем нам спринтер на вокзал, если у нас есть такой же автобус, автобус первого класса до автовокзала? Угу. Он полностью дублирует его. Так, понять. Тарас, а у вас все маршруты остались? Вы два, так спокойно сидите, никак не сократили. Реагируете, у вас все хорошо. Да, я вам скажу, что не все хорошо, потому что если мы не сделаем вот такие шаги по инвентаризации, по оптимизации маршрутной сети, это не наша тем более идея. Работали профессионалы, изучали пассажиропоток, причем... Это не Винницкий, Винницкий? Винница, Харьков. И мы уже переживали, такую, такую оптимизацию в 2013 году. Часть маршрутов была... Пережили, И это переживем. Вот вам сегодня расценки Одессы, которые сегодня действующие маршруты, расстояния и цена. Ну, ну, вот я не сторонник сравнивать вот так, потому что... Давайте про зарплату среднюю говорить там тогда. Что вот те скасованные маршруты, они придуманы в эпоху хаотичного такого развития этого движения, когда маршруты открывались по заказу, допустим, там, каких-то определенных людей, либо перевозчиков. Ничто, никак они не были связаны с увеличением пассажиропотока, с реальными какими-то, факторами. Как это делалось? Берется хороший маршрут, сверху нарисуется на схеме какой-то, допустим, новый маршрут, и он за ночь открывается. Когда перевозчик, который работал на старом маршруте, приходит и говорит департамент, как понимать? А вот есть мнение. Вот вам пример. Маршрут 76, который был открыт по заказу определенного человека. Это, называйте, это коса. Говорите это коса. Тогда, да, самая настоящая коса. Вы видите? А ваш 126, я прошу прощения. Почему заказ был открыт и до сих пор остается? Другую форму. Ну, понятно, немножко в другое место идет. То, о чем это вы говорили. Это эволюционный процесс. Берется популярный маршрут, это, накладывается сверху и за ночь открывается. Тарас Григорьевич, к вопросу реформирования огромное количество, а к пассажиропотоку вопросов еще больше. Тот, который проводил Винницкий университет.
те данные, которые они показали, мы вчера опубликовали полный перечень этого пассажиропотока. Да. Поверьте, больше профанации я давно не видел. Лучше проведем 2014 году. Озвучьте для зрителей, в какую сторону отличаются эти данные? По данным пассажиропотока Винницкого, 9-й маршрут в час пик перевозит в среднем каждый автобус 9 человек. В час пик, это из Таранского. Это те автобусы, в которых по 40 людей и не влазят туда. К примеру, 73-й маршрут привозит там порядка 20 человек за час. Это практически за полтора рейса. То есть, это данные полностью профанации. Я вам больше скажу. Тарас Григорьевич, я вам больше скажу. Все современные реформы по транспорту, которые происходят сейчас в мире, да, мировые тенденции, они не затрагивают такой вопрос, как пассажиропоток. Потому что сам по себе пассажиропоток, да, совершенно верно. Для этого у нас есть огромное количество механизмов. Корреспонденцию изучала. Подождите, Тарас Григорьевич, дайте расскажу. Есть отличное приложение, называется MoveIt. И вот по нему сейчас огромное количество городов вошли в тенденцию изменения своих маршрутов, возобновления троллейбусных сетей и так далее. Оно отслеживает движение людей по их мобильным устройствам. Я думаю, сейчас у большинства подавляющего людей есть мобильные устройства. И вот глядя, как люди перемещаются по городу, с каких точек какие они ходят, только так можно отследить, какие маршруты нужны. У нас IT еще только начинает развиваться. Поверьте, у нас наши мобильные операторы легко смогут дать эти анонимные данные без номеров, телефонов, без ничего. Просто big data, огромный массив, на котором будет видно, кто, куда, как ходит. Волонтеров, берите волонтеров. А вот такие требования, когда говорят, вот я хочу сверху Кирова доехать до вокзала, хочу доехать там на работу, до дома. Понятно, есть телефон такси. Озвучивать, я думаю, его не стоит. Наберите такси, доедьте. Транспортная сеть, она в первую очередь должна отвечать. Я с тобой согласен. Транспортной инфраструктуре, конечно. Это артерии города. Вена конечно. Не может выйти из пальца, пойти в ухо залезть и так далее. Да, вы хотели комментарий. Я хотел комментарий по поводу там, замеры пассажиропотока Винницкого национального технического университета и так далее, и так далее. Смотрите, это в узком народе, в узком кругу считается, что Винница просто приехала и померила пассажиров. Нет, почему? Они тендер выиграли, мы знаем. Нет, смотрите, у них на самом деле было техническое задание совершенно другое. И вот замер самого пассажиропотока – это один пункт самого технического задания. То есть на самом деле мы не основываемся там на принятии решения образно перереформирование маршрутной сети и, либо там только замерами Винницкого. Так они неправильно посчитали или правильно? Дело не в этом. То есть в любом... Нет, в этом. Смотрите, в любом научном эксперименте существует доля погрешности. В любом. То есть сидишь в Виннице, а надо мерить в Днепре. Нет. Смотрите, то есть в любом, особенно если вы говорите там о социологии, о пассажиропотоках, то есть его померить до 100% точности невозможно. Мы говорим о прямом никак. Обмане. Смотрите. Вот налицо прямой обман. Какой прямой обман? Только что вам 9 человек в час пик. Нет. это неправдоподобно. Это ошибка. Как вы на это отреагировали? Вы претензию им предъявили, сумму уменьшили договора? Дело же не в сумме договора. Смотрите, подождите, секундочку. Есть процент погрешности. Если этот процент погрешности не превышает... У вас техническое образование? Да, поверьте. И у меня техническое. И вы если не превышает инженерной, инженерного расчета... Обман. Это не погрешность. Есть погрешность. До 5% есть погрешность. Между 9 правильно? И 40 это сколько процентов? Нет, так это на одном маршруте. Это сколько? 10 тренд. Автобусов, 12 это автобусов. А считали 1500 и 300 единиц подвижного состава. Давайте мы не будем говорить о том, компетентно Винница в данном случае некомпетентна. Она может это защищать себя. Я не собираюсь защищать подрядчика, там который выполнил определенные условия. Да, мы с ними работаем, мы им указываем на эти но ошибки. Вы акт подписали. Смотрите, я же не в состоянии, если бы вы видели все эти труды, которые привезла Винница, то есть вы не говорите о том, что вот все правда, я же не могу. А зачем мне тогда Винница, если я должен проверить тот же измеренный пассажиропоток? Это же невозможно. Так вот и люди спрашивают, зачем нам почему вообще невозможно? Винница была есть нужна. Есть способы быстрой проверки. Вот. Как? Да вот просто выйти и посмотреть. Есть волонтеры, есть студенты, транспортеры. Вы не поняли. То есть вам приносят какой-то акт выполненных который работ. Наверное, что в час приносят, пик здесь 9 человек. Смотрите, приносят том. Это том. Да. То есть том ты просматриваешь. 1500 страниц. В котором 1000 страниц. Но вы проверили, и да? видишь, что работа была выполнена. Времени, да. На основании этого ты подписываешь акт выполненных работ. Но смотрите, я же не должен ставить под сомнение инженерные расчеты, потому что я не имею права их вообще, ну, как бы ставить под сомнение, потому что это конкретно лицо самого университета. Давайте тогда... На вас сейчас сделали работу, вам указали на ошибки.
Мы говорим, то есть, ребята, сделайте. Писать да. предъявление и требовать назад бюджет деньги. Смотрите, давайте поговорим о том, они говорят, мы готовы переделать. Давайте поговорим о том, что с этим делать. Вот судя по вашим словам, ну, выхода нет. Вы не можете проверить, у вас Почему очень много страниц. Выход есть, давайте послушаем, что наши горожане предлагают сделать для того, чтобы жить и ездить стало легче. Ну, говорят, лучше. Берите маршрутки вообще. Может быть, послушайте, я не знаю. Хотелось бы больше автобусов. И хотелось бы, чтобы... Из нашего города убрали спринтеры. Они не для города, они где-то для Германии, для какой-то, но не для Украины. Пусть больше будет Богданов, там какие-то газели наши. Ну. Добавить количество транспорта в час пик. Не ожидать по полчаса интервалы между маршрутками, как у них это сейчас отработано. Возможно, добавить маршруты, возможно, их как-то оптимизировать, то есть где-то добавить в районах, где-то наоборот удалить и сделать удобство по транспортировке, то есть изменить сами машины, то есть сделать их более комфортабельными. Обновить парк маршруток, сделать режим работы, чтобы останавливались на остановках. Хотя бы в час пик. Пускать большие автобусы, чтобы они вывозили всех людей, а далее уже пускать обычные маршрутки. Причем, что это можно сделать, там, я не знаю, 1-2 автобуса на маршрутке, все, этого будет достаточно. Давайте так, у нас немного времени остается, вот каждому по минуте, максимум минута 10. Вот что делать, как улучшить? Вы же знаете все, есть предложения, да? Вам не хватает денег, вам не хватает что? Краткости подрядчиков, возможно. Расскажите, что. Ну, на самом деле, что делать, департамент предложил. Теперь готов это обсуждать. То есть мы предлагаем свою корректировку транспортной системы. Это показывали достаточно большим числом специалистов. Мы увидели там поддержку, но при этом понимаем, что будет какая-то определенная социальная нагрузка. И это мы теперь готовы обсуждать. То есть и находить в каждом точном моменте консенсус. Обсуждать с перевозчиками и с перевозчиками, и с людьми. Тут же в любом случае идет изменение в одном направлении. Мы это должны обсудить и с перевозчиками, и с людьми. Угу. И находить точки соприкосновения, находить этот консенсус. Угу. То есть это мы готовы делать, и мы это делаем. И, ну... угу. Пока изменений нет, пока повышения цены нет, вы обсуждаете. Мы ждем. Так? Что нужно сделать? Я вам скажу, что данные события уже описаны в одной известной книге, «Де Сота», «Иной путь» называется. Так вот там... Все эти моменты, они имели место и прошли эволюционный путь. Мы сегодня находимся в стадии, когда, не принимая антикризисных мер, мы не можем переложить все на пассажира. Все проблемы предшественников Игоря Игоревича, которые сегодня народили дублирующих маршрутов, и возникает конкуренция дикая. Это скоростные режимы, это остановка в неположенных местах. Это все не цивилизовано. Нам необходимо сегодня прийти, сделать этот шаг, решить проблему, точечно, как Игорь говорит, реализовать этот проект, где-то, может быть, предусмотреть увеличение вместимости транспорта, где-то количество транспорта. Но поверьте, как бы это как живой организм. Он даст плоды после реализации вот тех моментов, которые наметил сегодня департамент, и, в принципе, перевозчики согласились. Необходимо сегодня провести минимальную рихтовку от маршрутной сети, которая позволит сегодня снизить градус конкуренции, нездоровой конкуренции. Минимальная рихтовка это что конкретно? Это убрать дублирующие маршруты. Убрать дублирующие маршруты. Перестанут как бы нарушаться скоростные режимы, снизится ДТП. То есть они там не будут вот это конечно, первый пошел, появятся водители, обогнал. Там, появятся куда-то. Водители, появятся конкуренты среди водителей. Когда мы сегодня говорим, что от качества водителя зависит вся успех нашего бизнеса. Да. Ни один предприниматель сегодня не скажет, я берусь к себе абы кого, пусть работает. Все, и пусть... минута, все. Хорошо, я заканчиваю. По минуте, буквально, потому что я должна заканчивать. Тот бум, который сейчас произошел, я согласен в этом плане с Игорем Игоревичем, что это проблема департамента. Это проблема того, что они не смогли правильно донести информацию. Но есть здесь и другая, скажем так, сторона. Они не смогли донести информацию в полном объеме. То есть сейчас люди не понимают, что будет дальше. То есть что-то сокращается, что-то меняется. И, на мой взгляд, первое, что в ближайшие 3-4 дня должно произойти, департамент транспорта должен показать людям, что будет не только с теми маршрутами, которые видоизменяются,
меняется, либо убирается. Что будет в целом? Как будет выглядеть транспортная сеть? Да? Они не могут с первым пунктом еще вот, успеть. Смотрите, а к примеру, 9-й маршрут, да, который сейчас сокращается, убирается полностью. По нему ездило в первые 4 часа более 1200 пассажиров. Что с ними будет дальше? То есть остается 141-й. Как будет увеличиваться? Классность да, будет? Да, либо будет? Количество автобусов? Что будет дальше происходить? Это то, что департамент должен сейчас сделать. Но этот шаг по реформированию, он однозначно правильный. Однозначно. Мы к нему шли уже очень долго. Предшественники, к сожалению, откатились от него, но любой специалист по урбанистике вам скажет, что то, что сейчас у нас есть, это хаос. Да. Этот хаос Азия. Нужно приводить это в порядок. Люди хотят, чтобы было все удобно, правильно, но почему-то боятся изменений, а боятся по большей части из-за отсутствия информации. Да, вот. И, пожалуйста. Я, во-первых, хотел бы, да, извиниться, может быть, за некоторую вспыльчивость. При всем уважении, давайте я вас послушал. Давайте после эфира извиниться. Да, все прекрасно. Во-вторых, я хотел бы, чтобы все-таки полиция и прокуратура занимались безопасностью пассажиров. Раньше были месячники движения, еще что-то безопасности, да. Пусть они проверяют, останавливают, пишут акты. Это поможет в том числе и нечестной конкуренции бороться. А этого вообще нет. То есть я не видел ни одного раза, чтобы маршрутку штрафовали за то, что она проехала по стрелке направо. Да. Редко пользуюсь. И давайте посмотрим, у нас интерактивний опрос работал на протяжении випуска. От, чи відчуєте ви негативний вплив, якщо будуть от такі зміни у русі маршруток? 88% наших глядачів сказали так. Ну, я думаю, що коментувати не потрібно. Ну, є, може бути, люди, які дивляться нас і які їздять маршрутками не кожен день, або от навіть на своїх автомобілях їздять. Я уточняла, що це тільки для тих, хто пользується городським транспортом. В будь-якому випадку, спасибо за те, що прийшли, спасибо за участь нашим зрителям, спасибо за внимание. Я надіюсь, ну, от, ну, хоч как-то щось успокоїли людей немножечко. Ждемо від вас. Приходите к нам в эфир. Приходите в новости, объясняйте. Если вы сказали, что вот проблема большая в недостатке информации, мы вам платформу даем. Успокойте людей. Люди спасибо. Обрывают телефон и Facebook. Я надеюсь, что завалит. Сегодня мы успокоили, потому что это как бы не завтрашнего дня. Все будет зависеть да. от ваших дальнейших да. решений. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.